Ребята, видите? Видите, куча людей вокруг. Кто-то справляет. Ну, это 1 января, надо заметить, да? Вот даже вот тут яхта завелась, вообще вокруг. Сейчас вообще поедем куда-то туда. Поедем кататься в Болгарию, да, повезу. В Болгарию? В сторону Адлера. Как вы встретили Новый год, кстати? В сторону Адлера. Как вы встретили Новый год? Плохо, хорошо? Хорошо. Сколько выпили? Ой. Ну вы трезвые, выпили как будто. Ну тоже плохо. Не пили? Лимонад пила. Лимонад пили? А это девушка за рулем, да, получается, на этой яхте? Нет. Нет? Он работает вообще как вот, очень так, вообще как в Субару. И что, стоит, чтобы проехать? Да, допустим, да. Что будет стоить? 700? Ага. Интересно. Вот. Я понял. Вот так, короче, можете наблюдать на 1 января все выглядит вот так. Достаточно много людей, вы знаете, друзья мои. И что-то написано, мы находимся в Сочи, но тут написано Анталия. Поэтому не знаю, вот что-то связано с Турцией. Очень много людей выходит на улицу. Что они тут делают, вообще не знаю. Никто не отдыхает вообще. Совершенно Россия меняется, никто особо так. Видите, на 1 января все как обычно. Хорошо все чувствуют, вообще круто. И должно быть интересно узнать мнение кого-то. It looks so much amazing, you know, a lot of people around, and this is January the 1st, and it's usually the case that most people are staying home because they are drunk because of their celebrations, the new celebrations most often, and they stick home and they don't get out very often, and that is what happening. You see that over there are a lot of people, the bunches of people have took to the streets and working outside. Добрый день, с Новым годом. Как отметили Новый год? Ой, прекрасно отметили Новый год, шикарно. Итак, вот этот микрофон. Вообще шикарно отметили. Хрю-хрю-хрю. Вообще видите, вот так вот люди отзываются, вообще супер. Отлично, красиво выглядят даже вообще. Так, еще что? Сколько выпили коньяка, шампанского, мартини, что пили? Только шампанское. Только шампанское. Да. Да, вы откуда? Из Сочи или нет? Мы живем в Сочи. Вы живете в Сочи, но приехали из Благовещенска. Нет, мы живем давно. Где это Благовещенск? Благовещенск это где Хайнань? Это рядом с Амуром. Ну вы тоже скажите, вы как отметили? Отлично. Ответ. Давайте мы кольцо сниму, красивое кольцо. Дорогое? Очень дорогое? У нас все кольца дорогие. Все кольца дорогие. Ну вы красотки вообще, отлично выглядите, поэтому... Спасибо. Вам же не будет. Это у меня есть свой YouTube-канал, поэтому я вот что-то собираю, какую-то информацию вот здесь. Спасибо вам за то, что вы были здесь с нами. И вам спасибо. Удачного Нового года. Счастливого. И Рождества. И Рождества. Спасибо. Короче говоря, вот так, ребята, удалось немножко что-то снять вот кусочками. И кто-то хочет общаться для камеры. Somebody so much eager on just being captured in the camera, and it looks like this. And I love that. It's beautiful. A lot of seagulls. This is generally the first, the southernmost part of Russia, city of Sochi, where back in. And 2014 Winter Olympics started, and it looks amazing. People are around. As much people here as seagulls. A lot of fishermen around. I've captured these ports multiple of times. Oh. Somebody's feeding these seagulls. Кто-то кормит вот этих маленьких чаек. 1 января. Достаточно, видите, много, просто очень много людей. Так же много, как и чаек на улице. Вот это вот удивительно. Вот яхта белая одна.
причаливает сюда после прогулки. И вот видите, очень тепло. Наверное, если, как в кафе они говорили, если на земле есть рай, то это Краснодарский край. Был вот так вот. Это выглядит вот так вот. Не знаю, кому подойти сейчас. I've got to come up to somebody and ask. And ask how do they feel. What's up there? Ребята, с Новым годом! Как отметили? Как отметили? Это микрофон просто. Скажите, как? Пожалуйста, у меня есть свой канал, и поэтому я хочу, чтобы вы что-то прокомментировали. Ну, блин, что на самом деле... Шампанское, мартини, вино, что вообще удалось? Шампанское, мартини, вино, и отметили вдвоем, и не очень... Меня Виктор зовут. Отлично. Это Оксана. Вообще супер. Не из Сочи? Мы из Сочи. Сочи. Мы местные. Спасибо огромное. Да, не за что. Хорошего Нового года. Удачи каналу. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Красивая. Красивая девушка. Так, вот так вот. Хожу. Working around and doing some interview. And I asked if they were locals actually. And they confess that they are locals. They see around so many people, bunches of people outside this. The seaside is packed with people. Короче говоря, очень много людей. Настолько много, я даже не знаю, как будто это перед Новым годом, а не до Нового года. You see that kind of the yacht is moving backwards. It's going to dock over there. Яхта. Надвигается, вот приближается, чтобы пришвартоваться. Многие приглашают на яхту. A lot of people, they are attracting people, just getting people on the yachts for some short sea voyages and trips. And it looks so amazing, beautiful. This city is actually lovely. No matter that it's the winter time, there are a lot of people outside. People everywhere. People. I think it's a lot more different than it's the case in St. Petersburg, because outside it's so much cold, and that really pushes people to the apartments, to the cafes, bars, and restaurants. And that what makes a big difference. I'm going to capture some this sea terminal, sea station spire, which goes some 80 feet or more. Upwards. And it's kind of a very beautiful building. С Новым годом! Как отметили? Как отметили? Спасибо. Хорошо? Хорошо. Да. Мне надо для камеры. Погода радует. Вы да. не отсюда? Нет. Ну нет, как мы? Ну с Москвы или с Питера, конечно. Нет, мы из Москвы, но я. Но пили что? Шампанское, мартини или вино? Мы все пили. Все, что надеваешь. Спасибо большое. Да, вот такая вот работа, видите. Я и оператор, и одновременно все снимаю, всю работу делаем, друзья, для вас. This building was founded back in 1955 by an Armenian architect. His name is Alabian. There is a slab, there is a plaque there, memorial plaque, and there just on the wall, that is this kind of a Soviet era construction. And there were some officers back in the Soviet era times who carried out some observation of their ships and some sea vessels. Nowadays, this is a kind of a VIP store. A lot of outside. A lot of people. I'm gonna also come up there. These kind of the beautiful shops up there. Around красивые магазины вот так вот выглядит. Все вот очень интересно и красиво.
This is Sochi downtown area. Another way which takes us to the sea terminal, and nowadays it's active as a hotel and a wedding ceremony saloon. Сегодня это работает как кафе Мания. Ну, в основном справляют разные свадебные церемонии, но это в основном вот в той части здания, поэтому вот так вот вам демонстрирую вам город. Но честно признаться, если вам, я даже не ожидал, что так много будет народу. Сегодня 1 января, и, конечно, это довольно-довольно как бы довольно необычно, что так прямо много людей. Вы сами можете видеть, вот здесь вот Юрий Никулин, снимавшийся в 60-е, 50-е годы в фильме, нашумевшем фильме «Бриллиантовая рука», одном из самых популярных фильмов советского кинематографа. Можете видеть вот так вот люди. Обычно люди здесь очень много сил фотографируются постоянно. This is Soviet era, kind of the Soviet motion pictures, movie actors, very, very, very famous of the Soviet movies. And this is the monument for them here. A lot of people just grab this part to make some photographs and something like that. A lot of people around, a lot of people outside. But yeah, dogs, because outside it's too warm. На улице тепло, поэтому очень-очень много людей. Так. Ребята, как справили Новый год? Нет. I was unfortunate to take some words out of these people. Over here there are yachts. You can see them. Also, it looks like this. It looks like this. I took that from the, so to say, maritime terminal from the backstage. This is another part of the station. There are a lot of yachts which are on sale, actually. I've always been interested how the engine has been set up here. It looks so beautiful. Меня всегда вот эти двигатели интересовали. Вот посмотрите, насколько они такие мощные. Они вращаются в обе стороны вращаются для того, чтобы этот яхту как бы не заносило. Потому что если в одну сторону будет вращаться, соответственно, яхта будет вращаться по кругу. Будет такой спиннинг, как вот вторая часть. Вот это как бы попроще. This kind of the fan which moves this small vessel forward in the water. I've always been interested how the engine has been constructed, and you can see all this kind of the tools which put power to this boat in the water. Actually, a lot of people outside, a lot of people. There is an Instagram frame. Very beautiful scene outside. Все прекрасно, все это красиво выглядит. Как вы справили Новый год с Новым годом? У меня канал. Прокомментируйте. Отлично. Многие не. They don't like talking. Most of people. Some of them do, but most of them don't. That what makes me not so much happy. Most of them like commenting and talking some stuff and something like that. And it looks amazing, actually, yeah.
с Новым годом, как удалось праздновать, что выпили больше, мартини, шампанское или вино, что больше пили? Больше. Вы самых отекших выбрали? Вообще нет, вообще вы отлично выглядите, почему отекшие? Вот видите, что говорят, боятся, что они отекшие на камеру в ютубе оказаться. Так, что пили больше, мартини? Нет, мы пили шампанское. Я вообще как первый канал. Шампанское, савиньон блан. Зеландию. Было хорошо? Очень. Люди были надежные, нормальные, пожелали хорошего или как бы необычного? А я думала, выложили ли в YouTube что-нибудь. Нет, еще нет. Да, ну, нормально было. До нынешнего момента были надежные. Сейчас тоже будет хорошо. Спасибо. People are a little bit scary of coming up to my of being captured on camera actually. But it's anyway it's fine. Anyway, it's fine. Just have a look at the scenery, how it looks like around. Isn't that amazing? It's I think it should be awesome actually. Думаю, что должно быть вообще супер, да? Как вы справили Новый год? Отлично. Что пили больше, шампанское, мартини? Конечно, шампанское. Настроение хорошее? Отлично. Сами стали или вам помогли? Нет, сами. Спасибо. Да, спасибо вам. I asked them how did you celebrate the New Year, the New Year's Eve yesterday actually, and I asked them were they able to stand on their feet because of that kind of drinking binge, a lot of booze there, and they said that it was totally fine, totally amazing, and it looked fine, fantastic. They were able to go on their feet and to just hold themselves alone without any. Добрый день. Hello. Hello. This is I've got a YouTube channel, guys, and I know something like Nihao. Yeah, and I know nothing more than the Chinese, and I'm just capturing some people on my camera, and that's why I'm having that my channel and promoting that, and I want to say you something, and share about your thoughts, for example, on Russia, how do you feel here, and what's going on there, and then actually by the end say something in your native Chinese, okay, Mandarin. Chinese Mandarin, okay? How do you feel here? Как они чувствуют здесь? У меня был такой вопрос, я спросил, наверное, они даже понимают по-русски. Perhaps they understand some Russian, they can speak some Russian, yeah? Hold the camera, speak to the camera, or mic. Yeah, that's all. How do you feel about Russia? Можете как хотите. Давайте по-русски. Ребята, они из Китая. Вообще я даже не ожидал, что с Китая вот приехали в Сочи. China. Да, но здесь хорошо для нас. Speak up. Хорошо, громче можно туда в камеру? Хорошо? Хорошо! Это очень хорошо для нас путешествовать. Да. Да, вы давно приехали в Сочи? Встаньте, ребята, тоже туда, пожалуйста. Можете? Сегодня. Как сегодня приехали? Да, как утром. Вам нравится? Как вы учили русский? Трудный русский? Мы китайский не получается у нас учить. Вот видите, ребята понимают, что китайский нам не получается. Но вы учимся на факультете. В Китае? Да. О, ну это вообще круто. Ху зин тао, мао цэ лю. Да. И что вы изучаете? Вы будете кем? Вы будете в правительстве работать? Перевод. They're going to be translators or the interpreters, yeah? Sure. А вы будете с Россией как бы взаимодействовать, да? Да. Работать в России. Расскажите еще о себе немножко. Мы хотим, но сейчас мы учимся в России. Closer. Okay. Мы хотим работать в России, но сейчас мы учимся в университете. Это трудно? Да, трудно. Сколько лет надо, чтобы выучить русский? Пять. Пять лет примерно, да? Да, и например. И вы сдаете экзамены? Да. Пока не все. Okay. These Chinese students are studying Russian in their native China, and they say that it's taking something like 4 years to be able to master Russian, which is not so easy. You know, it's tricky, it's tough, and they do that job. And I enjoy them. Yeah, they're really beautiful, nice, and fantastic. I'm welcoming them here. What are we говорите по китайски, по русски, то есть? Okay, скажите на китайском Sam TV Sochi. Посмотрите канал Sam TV Sochi на китайском. Хором можете сказать вместе? Sam
Сэм, Сочи. Громко, громко, speak up. Сэм? Сэм, Сочи. Say something in Chinese too. It's Chinese Happy New Year. Okay. 新年快乐! Thank you. Thank you very much, guys. It's so much fantastic. You are fantastic. Look beautiful. Go back to China and be back here, okay? That's so much fun.